Что-то какой-то у меня камень, какой-то дерьмовый камень у меня на душе. И мне вообще неспокойно. Почему? Потому что я думала, ситуация будет по-другому выглядеть. А выкрутили так. Да, я даже приготовила речь. Но у меня ничего не вышло. Ситуация повернулась ко мне попой. На микрофон. Ой, ты поцеловал меня. Как мило. Это мне камень на душе, я не могу так тяжело. Мне и Сашу жалко. А с другой стороны, то есть нарезки, когда смотришь, когда один за одним люблю, 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 люблю. Смех. На самом деле, блин. Я рано или поздно все равно бы. Да жестко, потому что я не могу этого возить, я реально мне, ну, мне жестко. Ты все смотришь, смотришь, знаешь, такой. Потом еще, а Сашка еще любит, знаешь, поговорить, ну, типа, ну, о других, там, об опыте прошлом. Я такой, твою ж мать. Прикольно. Нет, весело. Достаточно. Знаешь, когда одно дело, когда ты. Одно дело, когда ты начинаешь там, ну, так вот, по фану кайфовать, там рассказываешь что-то. А тут там, типа. Ну, у нее есть чем поделиться, у нее большой опыт. Да. Очень. А ты видел мнение Сороки на ногах? Да. Его как-то, кстати, эта ситуация очень сильно возбуждает. Прям вот волнует через край. Потому что он в тебя втюрился. Это Сорока? Да. Ты это видишь? Ну, о, я обидно, никогда с ним, знаешь, не буду. Он просто, он, у него был какой-то, ну, он думал, что у него был план по взаимоотношению с тобой. Понятно, что он все-таки как-то сможет тебя, ну, привлечь в твое внимание. И он, знаешь, как у него есть такая идея, мне кажется, фикс в голове, что будет вообще бомба, если, ну, он в итоге завоюет тебя. А знаешь, кстати, я заметила, мы всегда под грибом с ним пререкались, когда стояли и ждали какое-то шоу или еще что-то. И постоянно, когда мы вместе где-то пересекались, мы постоянно с ним разговаривали и стебали друг друга. А сейчас он вообще не общается со мной. Когда я начинаю вести с ним диалог, да, он молчит. Да, потому что, видишь, он не может уже тебя, грубо говоря, оскорбить или что-то сделать тебе. Потому что, ну, он знает, что. А, ну он оскорбляет тебя, кстати. Да? Да. Ну да. Ну это потому что я ему клоун, говорю ему. Ну. Пускай. Я же не буду его бить, я ему говорю, клоун, сядь, ну там, дурачок. Пусть. А почему он такой. Слушай, это же правда, если так проанализировать, это так странно. Нет, на самом деле, а он так обрадовался, я помню, когда сказали, что если Лена с Сорокой будут парой, то это будет да, атомная война. Да, я тебе говорю, он нереально этого хочет. Ладно, спокойной ночи. Жалко, конечно, что я тебе еще хочу много рассказать, а тебе неинтересно. Ты зато будешь спать, хрен знает сколько, а у меня разбудит рано. Потому что ты кто? Лена Хромина. Заходи. Я больше с тобой вообще не буду общаться и уходить не буду. Просто. Я тебе правду сказала все. Да? Да. Все потому что классно. Когда мне плохо, ты меня бросил. Иди в жопу. Что ты сказала? Пока. Лен. Все, уходи. Я не хочу с тобой общаться. Твой. Какая ты дикая. Ну, я, может, еще вернусь. Ой, да отвали ты от меня. Заходи, слышишь, в гости. Я вообще с тобой больше не общаюсь. Заходи в гости, Лен. Я не шучу. Ты потом пожалеешь, что так сделал. Ой, блин.
Да не буду я, Шевы, спать. Я что, какая-то или что? Или я животное? Ну это правда. Ну я ж тоже человек, ну что за фигня? Мне вообще все это не нравится. Я больше не хочу здесь ладно, находиться. Спить? Да. Ну иди в нашу бунгало спи. Да никуда я не пойду, я вообще не хочу спать, я буду думать. Иди ложись спать. Не пойду я к нему ложиться. Может, мне с ним понравится лежать. И что? Лен, давай заглянем вперед, тебе понравится с ним лежать. Ты влюбишься, дальше не буду ничего говорить. Не пойду я к нему. Ко мне пошла. Да пошла ты, я не буду с тобой спать, понимаешь? Я что, животное? Я не буду с тобой давай спать. Я не буду с тобой спать. А давай ты у одной стенки, я у другой, а его посередине положим, давай? Вот ржака, а? Шеф, ну прикольно же, ну. Можем ты у одной стенки. Не, прикольно, и все камеры на нас направят. Первый поток будет, вообще, да? Видео такое скажи, большое, ржачно кажется, будет. На этой кровати мы бы не поместились. Да ладно, сбоку чуть, потом обнимем с двух сторон. Нет, все бы было бы, если бы на разок и поржать. А мне же он может правда понравиться. А я боюсь, что он мне уже понравился. Я вообще боюсь просто допустить мысль такую, что он мне понравился настолько сильно, что очень. Понимаешь? Я сейчас просто говорю о том, что симпатичный парень, хороший. Я бы начала с ним отношения. Но на самом деле я чувствую совсем другое. И если я это не озвучиваю, то это не значит, что я это не чувствую. А я боюсь этого, мне это не надо. Я мужиками могу вертеть вот так. Не знаю. Я сейчас все равно пойду есть. Кушать пойдешь? А диет? Или все, влюбилась, уже пофиг? Иди в жопу. Я не буду с тобой спать. Лен, тебе придется со мной спать, понимаешь? Что значит? Ты здесь останешься? Вот что? Вот ты была в зоопарке? Как давно ты была в зоопарке? А при чем тут зоопарк? Не надо сравнивать наш живот. Это зоопарк, Шева. Это зоопарк. Ты вчера с ним трахалась. Это зоопарк. А сегодня он со мной. Главное, чтобы не кончить у тебя еще. Это зоопарк. А мы с тобой будем жить в одной комнате. Это зоопарк. Ну смотри, я сегодня к тебе приезжала. Это зоопарк. Ты думала о том, что я к тебе приезжала? Нет, я смотрела на это и думала, что за. Ну я тоже так думала, ну как бы. Нет, я думала, что за. Но я выдержу. А сейчас я сижу и понимаю, что за. Это невозможно. Это такой зоопарк. Это реально издевательство над людьми. Как я с тобой в одну кровать лягу? Как? Да я лучше сдохну. Я с тобой в одну кровать не лягу. Я такой человек. Вроде как. Нет, шеф, вот именно. Если бы ты была противная, мне, наверное, было бы плевать. А я к тебе нормально отношусь, поэтому я с тобой в одну кровать не лягу.